С первого дня все происходящее на острове казалось несущим адом. Каждый раз, когда мы предпринимали какие-либо действия, оказывается, что мы лишь идем по плану Шрама. Его псы жгут наши базы, уничтожают патрули и посты. Они везде. Никому нельзя верить. Лагерь, на который нас навел местный, оказался западней. Почти всех нас перебили за каких-то 2-3 минуты. Они думают, что сломали нас, втоптали в пыль, уничтожили физически и морально. Ну и пусть думают себе дальше. А мы еще повоюем. Рядовой Крофтон Нельсон, за проявленную активность и хорошую службу вы представляетесь награде и повышению звания. Поздравляю вас, теперь вы сержант. Рад служить, сэр. Сержант, назначаю тебя главным в операции по уничтожению оставшегося лагеря в этих краях и уходящего конвоя. И удачи вам. Я не подведу вас, сэр. Я всех приветствую. Мы продолжаем проходить на пороге военные пристояния. Так, у нас миссия по уничтожению конвоя. Ваша задача захватить крупный повстанческий лагерь в этом лесу. Уничтожить вражеский конвой. Вы начинаете миссию недалеко от дороги. Недалеко от дороги. Маршрут колонны известен только до этого перекрестка. Ну что ж, довольно-таки нормально. В принципе, сможем убить. Уничтожить этот сраный лагерь. Уничтожить лагерь еще. Остановите конвой, идущий с лагеря на восток. Браво. Поможет вам, как только вы передадите сигнал. После уничтожения конвоя отправляйтесь к лагерю. Миссис Чарли, уничтожьте. Вроде все просто. Тут у нас дневник. Итак, теперь-то мы можем поразвлекаться. Что, и раук взять? Пожалуй, это. Ботам нельзя ничего доверять. Так. Так, у нас... Блин, все такие хорошие бойцы, в принципе. Ладно, пожертвую одним этим.
Этого пулеметчиком. У этого все нормально. То он может гранатомет взять, в принципе. Ай. Вот этот. Этот гранатомет берет. Получается, у этого ничего нету. Гранатки. Что ж, вроде идеально. У нас отряд большой такой. Думаю, справимся. Итак, сейчас сориентируемся. Угу. Сейчас все будет. Так, мне надо посмотреть, где дорога. Естественно, нужно, чтобы они не спалились. Второго пластиды есть. Пусть мне скинет. Roger. Two waiting. Roger. Two waiting. One MLO. Roger. Two waiting. Отлично. Пластид, пластид, пластид. Сейчас мы заминируем дорогу. В принципе, это стандартная вещь. Минировать дорогу. Альфа. Уже. Это змей. Обыденность. Конвой не наблюдается. Отбой. Тут есть лес. Ладно, пофиг. Мина. Не знаю, там будет танк. О составе конвоя мы ничего не знаем. Блин, зачем я? Так, наши бойцы хорошо стоят. Лежат, то есть. Альфа, это змей. Конвой по-прежнему не видно. До связи. Я уже слышу. Слышу какую-то бронетехнику. Хм. Пластик мы не можем взять. Идеально. Куда они все нахрен пошли? 4, 6, 8, 10. 2 o'clock. APC 500. 4, 6, 8, 10. Move to 3, 1, 4. Чувак, скажи, какой состав. 7 o'clock. Enemy truck 500. 7 o'clock. UAV 500.
Ха. Я вижу. Первая БМП, вторая. Тоже вроде БМП. Потом идет грузовик, потом джип, грузовик. Потому что должно быть изи, конечно. Сейчас. Три. Альфа первый, Браво. Уничтожьте все, что сможете. Прием. Говорит Браво. Изи. Вас понял. Выполняем. Конец связи. Это вам за засаду в лесу. За погибших ребят. Радуйтесь. Смерть была очень быстрая. Вот это я удачно их нагнул. Я даже не активировал бойцов своих. Roger. All fire. All fire at will. All engage at will. All fall back into formation. Roger. Все. Теперь наступаем на лагерь. Информация, наверное, уже пошла. О том, что засада была. Сейчас мы подойдем и уничтожим. Засада, конечно, была очень легкой. Подтягивайтесь, подтягивайтесь. Я вас ждать тут не собираюсь. Надо их как-нибудь так цепь, что ли? Давайте. Автосохранение. Что-то плохое, значит, случится. Прям чувство такое, что плохое случится. Может, это просто контрольная точка. Мы ничего не можем знать, никому нельзя доверять. Главное, эти Браво, они все сейчас отдыхают. И вообще ничего не надо было делать. Я выполнил 99% работы.
клапана. Кого-то видел. Нагло прямо около дороги расположились. 12 o'clock. Truck 200. Так, ну давайте попробуем. Нормально, снайпер так расположился. Ой, ненавижу эту винтовку кривую. Так. Эти, походу, тут тупляли. И опять же, я основную часть работы делаю. Где эти Чарли-то? Угу, он вообще там где-то в лесу. Что ж, теперь-то мы знаем весь расклад. Где он тут, главное? 12 o'clock, soldier 200. Такие спокойно ходят, главное. Ой. Давай, давай. Альфа первый Чарли. Можете открывать огонь. Совсем забыл. Убивать всех. Говорит Чарли. Вас понял. Вот и есть снайпер наш. Конец связи. Unknown. Target 500. 2 o'clock. Unknown. Target 500. Вижу голову. Ну уж где здесь? Еще один снайпер. Получил. Давай, давай, давайте. Нагибаем их. 200. Слушай, ты не оборзел? Работайте, работайте. Блин, не попал. Кто-то. Soldier is history. Да что ж такое-то? Чарли, помогайте. Что ж. Успешно пока что.
Вот, кажется, закидывают уже их. Должна быть изи катка. Прикрываешь, ничего себе. Это да. Первый раз такое слышу. А, наверное, он кого-то там лечит. А то я уж подумал, они тут друг друга прикрывают. Вот они наши уже там зашли. Да, вот и все. О, как я много-то убил. Задание выполнено. Конвой уничтожен и лагерь зачищен. Отличная работа.